Чем вам будет интересна киберарена? От 70 до 90% атак, судя по статистике, происходят через рядовых пользователей. Сначала взламывают компьютер или смартфон пользователя, а затем уже пытаются через это взломать корпоративные системы. Не зря безопасники говорят, что самое слабое звено любой системы безопасности – это человек. На киберарене вас ждет простое, возможно, смешное, возможно, поучительное объяснение многих сложных ситуаций, о которых раньше говорили только профессионалы. Приходите к нам на киберарену, смотрите ее и, конечно, участвуйте в ней.